Одесса, моя любовь, город, в котором я родилась, город, в котором живут мои дети, город самых близких людей и самых верных друзей, город, который не различает национальностей, город, который всегда приветливо встречает гостей из других стран. Но сегодня мой город готовится к приему незваных гостей. Эти гости считают, что несут нам мир. Мир, который уже разрушил часть моей страны. Мир, который убивает и калечит. Мир, что залит кровью невинных детей. Сегодня Одесса больше не тот солнечный приморский город, который тепло встречает туристов. Одесса готовится дать отпор. На что вы рассчитывали? На слезы радости якобы спасенных женщин, чьи братья, мужья и сыновья гибнут? Гибнут, защищая от российских солдат мирные города Украины. Мирную Одессу.